вашу верную башню. Fuck, man! Oh my god! I just got this stupid ass creep. Не-не, тебе ничего не сделают, не бойся. Эй, бэээч! Почему ты такой очкосник? Никого нет, никто тебе ничего не сделает. Вот, я там тебе... Ебать, иди нахуй. Конченые раки, блядь. Привет. Че, не убьет? Так, Ксиби нормально трусит. Ксиби побалил. Проверил вообще, сколько пульсов выходит из него. Тебе должен копнуть, выйти. Да, посмотреть. Копнуть, выйти, посмотреть. О, иди нахуй без негатива, блядь. Чё это за хуйня вообще? Лысый, это копнуть, выйти, посмотреть. 260. Ох ты. Ой! Петер! Помойте! Лес! Инжурия! Чирма коста лакету! Кстати, берем морфа и третий аспект на друиде. Берем любые айтемы на морфе, перекладываем их во вторую линию слотов, превращаемся в друида с третьим аспектом, превратились в друида, перекладываем их в лавку, обратно превращаемся в морфа. И как видите, у нас айтемы в стэше. Условно мы жмем второй спелл, у нас работает ханда, мы ударяем друида, у нас 300 урона залетает и пассив каскаде. То есть вы просто условно можете какой-то вот 15 слотов буквально купить. Перекладываем. Вот у нас рапиры в стэше на морфе. Вот мы телепортируемся, у нас мы умираем на морфе. У нас полторака урона на морфе, мы умерли. У нас рапиры в стэше, они не выпали, мы телепортируемся в любую точку карты. Проверяем урон вот татаврия, даем тычку, вот 500 урона залетает. Когда ты написал в чат фальконом? Гами и Савер. А я в таверне сидел. Короче, я пишу в чат, типа, it's over. А Топсон же, ну они же четвером живы, они тон ломают. И Топсон что-то в моменте говорит, типа, it's not over. Типа, го закончим. Гадку. А я сижу в таверне, типа, угораю просто. Ну, мне же ничего не надо делать. И я сижу, пишу в чат. Топсону хотелось просто побыстрее игру закончить. Джавелин, братан! У меня джавелин, я попадаю по тебе, братишка! Сюда! Одну тычечку, брат! Одну! Хорошо, братан! Лондруид, ребята! Играю на лондруиде! Я играю на лондруиде, а еще люблю подолбиться в задницу! Открылась вакансия рабочего на скинозаводе. Заходить в ивент Эпик Лута каждый день на протяжении осени и получать халявные предметы в скиногенераторе каждые 2 часа. Улучшать скиногенератор за шестеренки, чтобы скины были дороже. И работать на конвейере кейсов и открывать их за шестеренки, там много чего интересного падает. Кейс открыть стоит 10 шестеренок всего. По обязанностям все. Подать заявку на работу мечты можно по ссылке в описании. Пока места есть. What are you doing? Maybe you can make a play somewhere else? Unless you want to rotate a lot of heroes up here. I mean, they're bringing in Dark Willow. You could potentially kill the Primal Beast with the Dark Willow, but not, I don't feel like you can do it with the other two heroes here, right? So, it's a little bit awkward. Did he steal that? He just stole his drums! Wait, what? Не, вообще турнир это такая хуйня, это пиздец. Я вам так скажу. Все срутся, пиздец. Побеждают, не наслаждаются, чтобы не расслабляться. Ноль нахуй удовольствия. Сидишь с этими додерами, черно-белые аватарки. Бля, пиздец, они сидят в клетке свои ебучие, компу присосанные. Сразу захотел куда-то на побережье поехать. Подбухнуть, потрахаться с телочкой, сходить в бильярд поиграть. Просто чтобы вот не шквариться об это все дерьмище. Дядь там что-то, Андрюха с кем-то посрался, с какими-то гулями, которые разбирают реплей. Блять, у людей вообще жизни нет. Какой ужас, нахуй. Мерзость. Не говорить, я поэтому не буду ничего говорить. Ну, изменения, да, блять. Я думаю, слухи и так доходят до всех. Там супер ебанутые изменения будут.
И ликвиды тоже поменяют. Ну, у них заранее, еще до инта были договоренности. По проблемке. Не-не, сэдурачи! У нее два липа же, да? Кстати, мало кто знает, но Зитрекс должен был играть Квалу, и он из-за того, что 3 дабла с утра въебал, он сказал, что он не будет играть Квалу, пока не отыграется. Что Лёша мог еще и в закрытой Квалу СНГ пройти, но он просто не захотел. Оу, оу! Воспей! Осуждаю. Нет! Он мне сбил даггер. Опачки! Оп! Давай, давай! Оп! Давай, давай! Бля, какие игры с катапульной я играю, это пиздец, это просто пиздец какой-то, я клянусь, блять. Ох, нихуя себе, блять.